Ряды Пинского пограничного отряда пополнились новыми военнослужащими. Это 19 офицеров младшего состава. Все они – выпускники высших учебных заведений, причем 11 из них закончили непосредственно Институт пограничной службы нашей страны. Остальные обучались в других вузах, в том числе Российской Федерации, по специальностям, необходимым для пограничной службы. В торжественной обстановке для нового пополнения был организован воинский ритуал, ставший уже традиционным в погранотряде. Это принятие в члены офицерского собрания воинской части. Быть пограничником, конечно же, это в первую очередь не только носить зеленые погоны, это в первую очередь состояние души, это особая атмосфера, это особое призвание. И сегодняшнее мероприятие, наш основной посыл и основное нацеливание офицеров на то, что они становятся именно пограничниками. Молодых лейтенантов со вступлением в большую офицерскую семью пинских пограничников поздравили гости. Обладать только лучшими качествами воина-пограничника — звучали такие слова пожеланий. Несомненно, важнейшее качество – это убежденность и готовность к выполнению задач на охране государственной границы. К выполнению задач в непростых условиях, в сложной обстановке, понимание того, что именно от тебя зависит успех нашего общего дела. Всем 19 военнослужащим из рук командира части, где они будут нести службу, также были вручены кодексы чести офицеров органов пограничной службы. Каждый из вас, безусловно, в перспективе достоин примерить и генеральские погоны, и форму с лампасом. Ну а сегодня на первых шагах своего офицерского становления и развития в добрый путь и добро пожаловать в семью офицеров Пинского пограничного отряда. В ближайшем будущем офицеры приступят к своим воинским обязанностям. Каждого ждет распределение в различные подразделения Пинского пограничного отряда, в том числе расположенные на территории Сторинского, Кобринского, Ивановского, Драгичинского и Пинского районов. Служить и из теории применять знания, полученные в вузах на практике, лейтенантам придется и непосредственно на 300-километровом участке границы, вверенном Пинским стражам рубежей для охраны.